Отлично. Вот так звучит Москва. Подождите, поберегите силу, у нас будет отдельная песня, где на припеве нужно будет немножечко попрыгать, поэтому все впереди. Теперь, у меня вопрос. Сколько времени у нас? 20:29. Ну, в принципе, еще нормально. Дети у нас здесь есть? Ну что же вы опять кричите, это женщина? Девушка. А, все, хорошо. Мы все дети, мы все, конечно, хорошо. Дети, дайте шума! Неисправимая какая-то. Ладно. На самом деле, есть история для детей небольшая, и песни, конечно, для детей. Я очень сильно люблю детей, потому что они часто приходят на мои концерты, и, конечно, я всегда стараюсь с ними фотографироваться, общаться. Это очень классно, потому что дети самые чистые, самые искренние зрители. Согласны? Это прям 100%. Поэтому лечу я, значит, в самолете, и в самолете установлены экранчики на задних сиденьях, ну, когда можно посмотреть. И вы знаете, я летел в самолете, и все смотрели, практически все, наверное, 90% людей смотрели один и тот же фильм. Вопрос, что за фильм? Что-что? Правильно, Чебуратино. Конечно, это был Чебурашка. Хорошо. Кто, поднимите руку, кто смотрел фильм Чебурашка? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, поставим вопрос иначе. Кто плакал, когда смотрел фильм Чебурашка? Ой-ой-ой-ой. Да все плакали, чего руки не поднимаются? Знаю, все так украдкой, потихонечку. Так. Короче, 1 июня, в День защиты детей, у меня выходит песня «Чебурашка». Ну, своя версия, конечно. Я ее немножко ускорил, сделал танцевальный. Даже придумал танец. А, у нас есть здесь... Стой, когда микрофон, я хочу просто показать, чтобы мы попробовали это все время, все это сделать. Так, отлично. Ой-ой-ой, отлично. Станцуем, я покажу движение. Дети, станцуйте вместе со мной. Я уже боюсь к кому-то обращаться, потому что это бесполезно. Все просто, да-да. Смотрите, я думаю, что слова все знают, и, конечно, я придумал танец с Чебурашкой, и, соответственно, мы сделали это, ну, как Чебурашка, был человек в ростовой кукле Чебурашки. Теперь, смотрите, делаем так вот. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. И три хлопка, соответственно. Давайте еще раз. Теперь более ускоренно, смотрите. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Вы готовы? Ай, хорошо, включайте! Сейчас пока просто хлопаю, смотрите. Хлоп, хлоп, хлоп! И приготовились все! Раз, два, три! Теперь я Чебурашка. Сразу лапу подаю. Я был когда-то странный, игрушкой безымянный, который в магазине никто не подойдет. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подаю. Еще теперь я Чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подаю. Не мерзло сначала, и даже так бывало, ко мне на день рождения никто не приходил. Теперь я вместе с Геной, он необыкновенный, он самый лучший в мире крокодил. Еще теперь я вместе с Геной, он необыкновенный, он самый лучший в мире крокодил. Я был когда-то странной игрушкой безымянной, который в магазине никто не... Все вместе! Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. И ручки все поднимите! Москва лучшие! Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Еще теперь я Чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. И аплодисменты, это было очень классно. Ну что, немножко окунулись в детство. Я считаю, что такие легендарные песни, герои из нашего детства должны жить бесконечно. Теперь у нас важная песня.
пару лет назад, хотя, наверное, нет, даже чуть-чуть раньше, я познакомился с диджей Смэшем, и на Муз ТВ мы с ним поменялись песнями. Он сделал ремикс на «Ягоду Малинку», под которой я к вам вышел, соответственно. Ну, а я... Что ты кричишь? Что происходит, друзья? Кто там? Никого нет. А я сделал еще бодрее и веселее его суперхит, который называется «Беги, дорогая». Еще раз. «Беги, дорогая». Отлично. Если вы знаете слова, значит, поем громко. Ну и на припеве нам необходимо будет сделать небольшую зарядочку. Мы поднимаем руку и делаем вот такие движения. Ну, короче, я думаю, что мы разберемся. Слушайте внимательно мои команды, и мы сделаем это все круто, классно, как одно единое целое. Я так понял, что многие приехали из разных городов, правильно? Хорошо, давайте сделаем так. Кто живет в Москве? Поднимите руку. Отлично, где-то 50%. Кто приехал из других городов? Отлично. Все, уже голос заканчивается. А я вам говорил, не кричите. У меня есть там сосательные конфеты специальные. Я вам потом после выступления могу поделиться, чтобы у вас голос восстановился. На букву «С» называется. Что-то стрепсил, что-то такое. Ну так вот. Теперь, если вы готовы вместе со мной пробежаться, вы готовы? А еще громче! Включайте! Беги, дорогая, беги, беги ради папы и мамы. Если услышишь шаги, ой, сделай руки. И все вместе. Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы. Если услышишь шаги, ой-ой, сделай круги и зигзаги. Мокрый, который день ужасно мокро. Проклятый дождь кровью, залились кровью наши окна. Скоро ты уйдешь, а лужи и соль. Самые крепкие, самые сильные, договорились? И, конечно, пользуясь случаем, всех детей хочу призвать к здоровому образу жизни. Конечно же, не пить. Согласны? Не курить. Согласны? И всегда быть за здоровый образ жизни. Конечно, не всем быть спортсменами, но хотя бы зарядочку по утрам под ягоду-то малинку надо сделать, да? Отлично. Теперь у нас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! У нас сейчас будет TikTok-челлендж. О, давайте вот это, спасибо. Спасибо, дорогой. Мы как чебурашки сейчас. Я показываю движение. Ваша задача их повторить. Договорились? Смотрите. Кто меня видел в ТикТоке? Есть такие люди? Ой-ой-ой-ой-ой. Жаль, ТикТока нет больше. Но он есть как бы, но как будто бы его нет. Вы видите суслика?
Суслика видите? А он есть. А он где-то есть, да, действительно. Смотрите, показы движения, песня называется «Разрывная». Это песня из ТикТока. А ваша задача повторять мои движения, а потом мы танцуем уже под музыку. Внимание! Повторяем за мной, детишки, которые сидят на плечах. Ваш выход. Танцуем. Пока без музыки показываю. Кто стоит, тоже все танцуем, хорошо? 3, 4. Ой, красивая, ой, нарядная, вся на стиле ты, раз, раз, разрывная. Запомнили? Давайте вместе дружно под музыку включайте! Ра-па-па, 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 ра-па-па. Ой, девочки, давайте все! Аплодисменты себе, ну просто. Очень класс, танцуйте. А слова песни запомнили? Да. А давайте теперь проверим специально для меня. Ой, красивая, ой, на, вся на, раз, раз. Аплодисменты, ну просто лучше. Классно! Теперь у меня есть задача. Разыграть вот эту бандану. Зажгите фонарики, ладно? Я хочу просто потом себе телеграм-канал это красиво выложить. Зажгите фонарики буквально на секунд 15-20. Большая просьба, взрослые, включите. Ну давайте, давайте сделаем красивый момент, чтобы потом это все осталось в нашей памяти и в моем кружочке телеграм-канале. Выйдите, помощник, сюда, вот сюда, по центру, встаньте сюда. Мы пишем видео и поем. Можно еще больше огней, зажгите прям буквально чуть-чуть. Ребята, давайте, повыше ручки. Я смотрю на вас и выбираю одного из вас как победителя, поэтому советую быть чуть поактивней. Вы готовы? Ягода маленькая, о-о-о, крутит головой и залетает тут. Такая ты грустинка, холодная как дым, хлопая глазами, лев-прав пыталась. Все вместе, ягода. Какая ты грустинка, холодная как дым, хлопая глазами, лев-прав потолок. Все вместе! Ай-яй-яй-яй, ягода маленькая, ой-ой-ой-ой, ты моя грустинка. Ай-яй-яй-яй, ягода маленькая, ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо! Итак, ребята, пришел момент истины.
Честно, я не знаю, кто тут может победить, потому что вы все лучшие вообще. Песня «Грустинка». Кстати, на клипе, который появится здесь, 100 миллионов просмотров. Представляете, это очень классно, это здорово. Кто смотрел клип? Есть такие люди? Есть, немного, но есть. Но обязательно посмотрите. Эта работа будет вот здесь вот представлена на этом большом экране. Главная фраза «Грустинки» — нужно вам мне помогать делать вот так вот. Уау! Договорились? А ну-ка все вместе. 3, 4. Уау! Теперь дружнее. 3, 4. Запомнили, хорошо. Я пою «Девочка-грустинка». Вы в ответ пробиваете «Воу». И «Малинка», и «Грустинка». Все вместе. Теперь, если вы готовы, дайте шума! Включайте! Все вместе 3-4! Еще раз 3-4 вместе! А теперь ручки все в воздух! Поем! «Девочка-грустинка». Загрывают вечеринки, слушают мои пластинки, играют гитару, пара-ре-пара. Я иду за тобой, ты бежишь от меня, ты играешь со мной, но я поймаю тебя, а позвоню домофон, а в ответ тишина, загляну я в окно. Я не убить, но лучше и просто, что иду к вам. Просто ты моя нирвана. Девочка-грустинка, так грует вечеринки, слушает мои пластинки, играет гитара, но пара-ре-пара. Девочка-грустинка, так грует вечеринки, слушает мои пластинки, играет гитара, но пара-ре-пара. Мы летаем там и тут, нам не нужен парашют, дождь пойдет, не нужен сон, улетим за горизонт. Я иду за тобой, а ты играешь со мной. Я любить не перестану, просто ты моя нирвана. И пускай не знает, а теперь все вместе споем, ну-ка. Девочка-грустинка, так любит вечеринки, слушает мои пластинки, играет гитара и поем все. Девочка-грустинка, так любит вечеринки, слушает мои пластинки, играет гитара, ну пара-пара. Девочка-грустинка, так любит вечеринки, слушает мои пластинки, играет гитара, но мы не пара, не пара. Вот так звучит Москва. Был бы еще сзади бета, они так добавили, сделали. Ну ладно, теперь я говорил про одну песню, на которой нужно немножко попрыгать на припеве. Кто готов прыгать, поднимите руки. Ничего себе, отлично. А кто не готов, присоединяйтесь, друзья, это очень будет классно. Разогреемся, конечно же. И я не смогу не сделать этого, потому что я хочу передать привет своему телеграм-каналу. Запишем кружок! Ничего себе, какие дружные. Смотрите, у меня есть телеграм-канал, который называется «Хабибка» русскими буквами. Кто-то может там уже есть, кого нет, обязательно вступайте, потому что прямо сейчас мы запишем кружок прям туда. Да ты умничка моя хорошая. Спасибо. Да я верю, верю. Теперь я поворачиваюсь кружочком, вы просто помашите ручкой, хорошо? Можете что-нибудь покричать. Ну, что-нибудь хорошее, плохое не надо. Все-таки праздник, праздник, День Москвы, и все, классно. Я еще не записываю, подожди. Ёлки-палки. Итак, раз, два, три. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, кто тут у нас? Ничего себе. Вот они, мои хорошие, вот они! Всех покажу, всех покажу! Классно вообще! Спасибо, ребята, что вы все пришли, что мы так классно провели время. Давайте вот так вот. Вот так звучит Москва! Ой! Не записал.
Шучу, уже даже выложилось. Вот, можете на себя посмотреть, Хабибка телеграм-канал. Если вступите, буду тоже очень благодарен, потому что я частенько что-то придумываю. Теперь... На припеве прыгаем. Открытка называется следующая песня. Клипчик тоже. Это песня с Ваней Дмитриенко. Я уверен, что вы узнаете. Но нам нужно кайфануть максимально. Вы готовы? Включайте! Тащит, тащит. Мальчик открытку пачет, пачет. Девочка тихо. А теперь все вместе прыгаем. Раз, два, три. Тащит, тащит. Мальчик открытку пачет, пачет. Значит, значит, он был ошибкой, твоей ошибкой. Дай мне попытку. Все споют и вау. Я не смог сказать прощай тебе букет цветов. На прощай. А тебе ручки в воздух. И вместе, поехали. Полная скорость, горы полночь. Скорая помощь, все же останься. До завтра. Но я не могу не уйти, потому что осталось две песни. И теперь, знаете, скажу кратко. Я участвовал в музыкальной битве на Муз-ТВ в том году. И участвовал против Иванушек Интернешнл. И выбрал песню. Нужно было во втором раунде спеть песню. Конечно, я выбрал «Тополиный пух». Эту песню, я думаю, знают и взрослые, и дети. Знаете? Поэтому зажигают и взрослые, и дети. Договорились? Шепот рыжего я не смог заменить. Это невозможно. Добавил немножко своих... Пойду приправ. В конце рэпчик, что как-то немножко отличалось. А так песня осталась такой, как мы ее знаем, любим. Споем «Тополиный пух». Легендарная песня, нужно громче. Включайте. Давайте будем хлопать в ритм. 3-4. Хлоп, хлоп, хлоп. Шкибери, шкибери, да. Yes, yes. Поем. Назвать умело. Ты рисуешь лето, ласковое море, трогаешь ладонью воду, воздух, время. То, чего не знаешь, и беспечной птицы. Лужники, вы готовы? Раз, два, три, все. Тополиный пух, жара и юль, ночи такие звездные. Ты пойми, что первый поцелуй. Целуй, целуй. Еще тополиный пух, жара июль. Ветер уносит небо. Только ты не веришь никому. Ждешь ты только снега, снега, снега. А ладони к небу, ручки поднимите все. А то просто к сердцу, а сердечко. Где найти бы счастье? Маленькую дверцу далеко-далеко. Привет! Парус уплывает в этой жизни счастья. Москва, вы готовы? Ой!
это первый поцелуй. Целуй, целуй, еще. Тополин и пух, жара, июль. Ветер уносит в небо. Только ты не веришь никому. Ждешь ты только снега. И рэпчик! Сегодня ты ждешь только снега. Ты говорит, ты был всегда верим честное слепо. Но время проносится незаметно. И осень уносит их без ответа. Потом зима, снег хуже нет. Ты снова захочешь любить. И снова тополиный пух. Все вместе хлопаем. Бо-бо-бо-бо. Сейчас крайний припев. Нужно зажечь прям очень громко. Поэтому поем все вместе хором. Спасибо. На ягоде малинки стукнуло почти уже 640 миллионов просмотров. Представляете? Это что-то невероятное происходит. Поэтому я хочу на бис закрыть это выступление. Еще разок на бис исполнить эту легендарную песню. Кто смотрел клип на песню «Ягода малинка»? А кто готов спеть со мной эту песню? Включайте! Всем девчонкам посвящается! Все вместе! Ягода малинка! Еще! Руки головой залетает в голову! Такая ты грустит! Холодная кандир! Лопает глаза! Мое все вместе! Ягода малинка! Крутит головой, залетает в голову! Такая ты грустит! Холодная кандир! Лопает глаза влево-право! Стало все вместе! Номер один! Ем уже день, сплю уже два. Номер один, сказка моя. Держим и джин, загадал бы тебя. Реки, 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 река, ты у меня. Вот мы сейчас с тобой, тра-ля-ля, на поля. Пойду со мной в кино, охучню в кино. И боялся вместе. Ягоду малинку, грузит головой, залетает. Отвечать историю, буду отвечать. Пока! С праздником всех города!